Знания в любви, иначе и не скажешь. Сегодня со сцены в адрес защитников Отечества самые теплые пожелания, танцы, трогающие до глубины души, и песни, посвященные нашим ветеранам. Слово о ветеранах. Сегодня на концерте и один из почетных защитников в Березниках Владимир Демидов. Мужчина служил 2 года в горячей точке, принимал участие в выводе советских войск из Афганистана, демобилизовался старшиной, а сегодня воспитывает юных патриотов. На сегодняшнем концерте Владимир даже не мог сдержать слез. Все было очень хорошо, душевно, красиво. И многие моменты, ну вот прям за душу брали, что-то... Аж слезы наворачивались, да, было такое дело. И Владимир Май, ну, очень от души вот песни исполнил, вообще красавчик. Приехал в Березники и столичный артист, исполнитель и автор своих песен Владимир Май. Слушатели с большим восторгом отзывались о его душевном исполнении. Ну а мы, в свою очередь, также хотим поздравить всех мужчин с наступающим Днем Защитника Отечества. Всегда оставайтесь героями для своей семьи, родных и близких. Дудина, Кирилл Яранцев, наши новости.